Как вас зовут? Дмитрий. Сколько вам лет? 25. Расскажите, вам повестка когда пришла? Вчера вечером. И что, вы не ожидали, что прям сегодня придется ехать? Да, я не ожидал, что прям сегодня придется ехать, потому что мне ничего утром не сказали, мне вот дали повестку, вот 3 часа явиться сюда. 1,5 часа просидели, и вот только вот пришел комиссар, сказал, что сейчас вы уезжаете. Я такой, ну зашибись. И вот вышел на улицу и сразу начал родителям, брату, всем своим знакомым названивать, сказать, что меня забирают. А я еще учусь, к тому же говоря. А где вы учитесь? На логиста Государственного университета управления. Это метро, это конец фиолетовой ветки. Вы очно учитесь? Очно-заочно. Очно-заочно. Ну да, то есть прихожу на экзамены и сдаю их. Переход на 3-ю сессию, ну и под конец сессии, когда сдавать экзамены, и все. И потом после всего оставшегося времени я просто сижу на дому и учу. И сдаю экзамены. Так. А вы маме, да, сейчас звонили? Она не успевает даже приехать. Я не знаю, успеет она или нет, потому что она тоже сейчас в шоковом состоянии. Она только вот заканчивает работать, и я не знаю, успеет она или нет. Вот у меня только вот папа успел приехать. Вы как отреагировали на это все? Отрицательно, потому что по приказу президента студентов был указ не брать. А какое, что случилось, не объяснили людям и забрали даже без объяснений, это неправильно. Вы задавали по этому поводу вопросы? Я еще не успел, мне сказал комиссар, что после всего этого, как будет, тогда он будет со мной беседовать. После чего? Когда так, их увезут когда уже? Когда все уедут. Так вы сейчас же тоже уезжаете? Все, пап. Аккуратно. А? Аккуратно.